Stinky. Много ебли часов и немножко жженой резины мы все-таки доехали в Тюмень. Сейчас едем на квартиру, потом, наверное, переоденем Илюху. Там уже посмотрим, либо найдем место для жрачки, либо будем спать. Не знаю, сейчас посмотрим. Ауф, пушка стоит. Короче, дилемма такая, Илюха забыл, короче, ключ он для секреток. А мы вот в таком вот боевом виде. Не обошлось, конечно, наверное, без потерь. Получается, вот это колесо ушло в арку. Где-то палец примерно остается. А здесь даже, ну, чуть побольше. То есть то колесо больше в развале. Ну, как-то так, наверное. Пушка. Проснулись утром, выдвинулись из квартиры. Сейчас найдем место, где помыть машины. Помоем. Там уже двинем в фестиваль. Время уже 10. Как бы, начинается там уже заезд с 9. Но мы, как всегда, опоздали. Ну, ничего страшного, надеюсь, быстро управимся. А вот и пушечка лежит. Утренняя. Утренний упор лежа. Прикольно ездить, сейчас с выхлопом с таким. Ну да, свои впечатления. Привет всем. Впечатления про машину, ну, хороший пацанский тазик, привлекает много внимания, позитивных эмоций, аккумулятор в багажнике, развесовка, все дела. Крутой аппарат. Спустя долгие часы мучений в пробке и на дороге мы наконец-то приехали на наш долгожданный Планквиль. Словились с ёбурцами, ну тут сели им на хвост по дороге. Она гаражная, она не повседнев. Это видно, что гараж. По-любому что-нибудь займет. Вот 100% уверен. Вообще без подла он. Возьмет и оп, все, награда. Spooky.
прибрал наконец-то тачку. Он Леха как раз тоже прибирает. Отмыл все окна, почистил диски, подкрасил, зачернил резину. Постарался максимально ее отпидорить. Но народ уже спрашивает, интересуется. Мы сейчас спросим, как дела у Илюхи. Илюха, как дела? Нормально. У тебя хотя бы диски новые, не то что у меня двухлетней давности. Ладно, сейчас двинем к своим, к шашлыку. Что-то как-то вроде на дисках, но не на дисках. Лежит, но опять же, не на дисках, это странно. Прикольная установка. О, бля, тачка, класс, необычно видеть. Nissan Leaf. Да, от Leaf. Полностью электричка. Электричка? Да. ЛКМ, ну сейчас бы ЛКМ клеить, ну такое. О, этот хотя бы растонировался. Он же был вообще, по-моему, закатанный в прошлом году. Че, у тебя нормальная камера-то? Да так она, че у меня, блин, на фоне. Так... Надо брать разборные диски, вот что могу сказать. Че, по жигам? Необычно. Ну такое. Ну, блин, серебрянка вообще. Ну тоже, ну такое. Ну хотя бы целое. В общем, приходит сейчас немножко так фестиваль у нас. Там вот вся движуха. Пригнала немного тачку вперед. Тут такая небольшая ситуация некрасивая выходит постоянно. То есть кто-то приезжает, самые опоздавшие. И вот те, кто на пневме, здесь получается как пикник, здесь нету ровной площадки. Здесь только есть асфальтированные дорожки и там лужайка. Но на лужайке сейчас одни винтоводы. То есть те, кто ну, на винтах. Потому что пневма дует, там ровно не ложатся. И, соответственно, тачки выглядят некрасиво. И нас всех согнали на тропинку. И все, кто опаздывает, нам приходится все дальше, дальше, там куда-то ко въезду, куда-то там вообще непонятно в какую-то дебрятину двигаться, где, соответственно, никто не ходит. Как бы, ну, блин, я, получается, стою вон уже вход практически. Там, может, не видно. Вот две машины передо мной. Ну, такие, как бы, блядь. И все остальные сзади. То есть там сколько? Ну, как-то так. Ситуация, конечно, напрягает это постоянно. Владелец пневмомашин, подойдите и там давайте двигаться дальше. Блять, ну так не делается. Как бы это косяк фестиваля есть такое, как бы. Можно было куда-то в ту сторону немножко там пораскидать, в другие тропинки, господи. Как бы тут обойти, ну, эту тропинку, как бы машину, ну, не составляет труда. Вот и есть вот такой небольшой косяк. В принципе, нормальное место. Нормальная организация, но вот опять же то, что с местами для, как бы, для пневмодуев куда-то уводить. И здесь термин опоздавшему поросенку титька в жопу как бы, видимо, не прокатывает. То, что мы боялись опоздать, что хорошие места займут. В итоге мы как-то более-менее ближе к сцене встали, и в итоге вот те, кто опоздал, все приезжали, мы все дальше и дальше двигались. Ну, блин, ну такое. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Сейчас, может, опять тачки покажу, а потом расскажу, что именно мне понравилось и что не понравилось. Все немного подзамерзли. Да? Все сидят. Парень, мы в говно. Кстати, кабрик бодрый. Угу. Гитарок. Форд, ну такое. Вот, вот это мне понравилось больше всех. И лежит, и диски большие, и такое, ну, такое что-то более-менее кастом по аркам. Там вообще просто рамка и какая-то паутинка натянута. Ну, сказать, что удивлен, ну, в принципе, то же самое, что и у меня. Только у меня даже почище. Макс. Уже третий год или второй на своих кастомных дисках от джипа из Японии. О, на фендерах, на полуковшах.
Ну, тоже такое, пока. Вывозит то, что у него стекла большие, все видно хотя бы по салону. Не то, что у меня. Жопу зачистил, и настолько блестит, что ничего вообще не видать в салоне. Отблескивает. Ну, это, конечно, немножко кошмар. Это к чему вообще было вот это вот сделано, покрашено кисточкой. Не знаю, можно было чуть-чуть раскошелиться. Не знаю, тот же самый порошковый краской, либо хотя бы качественнее с баллона сделать. Сцена по конкурсу пока такой тухляк небольшой. Тут мужиков все стригут. Все не настригут, уже всех, наверное, по второму кругу постригли. Все, Альтес, что-то сегодня Лексусов как-то штуки, наверное, 5, если не больше. Антошкин гольф все с наградами лежит. Надбуки те в хорошем. На порогах. В поисках Димы. Мерч всякий. Цены, конечно, конские. О, еще две тезы или что это? Китайские подделки. Если честно, меня здесь ничего особо так и не удивило. Есть какие-то, конечно, интересные элементы на машинах, но чтобы в целом что-то было, нет, такого нет. Ну, хотя бы что-то. О, господи, корчи здесь вообще ни к чему. Кстати, супер Дениса. Он же на статике. Чего? Вот, кстати, я говорил по поводу некоторых интересных элементов. Такие вот зубки. Интересная фишка, но я, наверное, такой сидел. Вот еще, кстати, Lexus. Там еще Lexus за ним серый стоит. Ну такое. Кстати, вот Катя, кстати. Ты что, за мной? Что? А вон, кстати, Sprinkles. Блять, почему у меня Sprinkles ассоциируется с чипсами? Что-то диск кинул. А, ну, вижу. Здравствуйте. Здорово. Привет. Привет. Ух ты, а это что такое? Ребенку, наверное, весело. Что-то напоминает. Погрызи ее! 4, 3. Ну что, что-нибудь понравилось тебе? Вот это вообще нравится. Красивый очень. Цвет, по крайней мере, нравится. О, еще что-то напоминает. Она вообще красивая. Суппорта хорошо покрашены. А, она на автомате. Если честно, я до сих пор не понимаю, к чему здесь корчи вообще. Че это? Шестнарь? Или Нива мотор? Че это? Не знаю, Серега может посмотрит, скажет, что это стоит. Это у нас какая-то Монтана, а не покраска. На пластике. А, нет, какое-то такое расширение. Денис, кстати, доехал вот именно на таком этапе. Вот именно. Но он на винтах же у нас. Этот вообще на этом приехал. Ну, позор, даже подходить не буду. Ну, жиги есть жиги. Тут ничего путного нету. Единственный момент есть интересный. Сейчас я покажу.
Вот эти вот полосочки. Годные полосули. А, ну. Пленка, я думал, краска. Ну такое. Также тут есть электрокар. Это вот, знакомьтесь, Фаев, или как его там правильнее. Отлично, отлично, отлично. Ну все, тут уже люди натаскали стульев. А мы вон, в самом начале. Оттуда люди приходят, идут так-так-так и все заходят. Но здесь, в принципе, тусовка для тех, кто местный, для тех, кто все знает про фестиваль, что он есть. А так, обычные люди, гражданские, но понятно, что это находится за городом, особо не приезжают. Так что, ну вот.